ты полдня потеряешь. Ты достал уже. Может, там на тренировке что-то не случилось? Ну быстрее доставай свои уроки, учи. С этими уроками вечно. Сколько времени впустую вообще идет? Куда я свою жизнь вообще трачу? Как же я хочу тебя в детдом отдать. Ты так мешаешь нам. Иди нормально. А то и детдом не примут с такими знаниями, как у тебя. Что мне уже не нравится, ребята, если честно. Урока много у тебя учить? Очень. Ничего, подождут твои уроки. Вечер очень долгий. Посуду, чтоб помыла, поняла? Я же вчера мыла. Еще помоешь? Пока не научишься мыть. Потому что в детдоме учат, как мыть посуду. А ты туда придешь и будешь знать, как мыть посуду. Да какой, об этом даже слова быть не может. У нее, что есть, значит, у нее есть родной отец. Какой детдом? И будешь убирать за собой. И за мной. Я не буду тратить времени своего на тебя. Вместо того, чтобы пойти на маникюр, мне пришлось тебя забирать, занятия с этих, вечно с этими тренировками, танцевать ей хочется, заниматься хочется, и только время тратить на эти тренировки. Я ноготь сломался, нет, чтобы починить? Какие ногти? К мастеру пойти, не на тренировку тебя забирать нужно. Бесстыжие. У меня уже голова болит от тебя. Ты чего в курточке сидишь? Быстро пошла, сняла и повесила аккуратно. Достала уже со своими занятиями. Это она нормально, да? Мне кажется, она почему-то обозлой к ней, именно как будто она что-то... Ну зачем же ты со мной так? Я же все делала, то, что ты говоришь. Слушай, ты достала уже своим нытьем, понимаешь? Зачем, зачем? Ты мешаешь мне жить. Вы, подождите, она так общалась раньше, вот вы замечали? Да это вообще бред какой-то. Вот я сейчас смотрю на другого человека. Ты мешаешь мне нормально существовать. Я не хочу тебя видеть в этой квартире ни секунды. Я сделаю все для того, чтобы ты здесь не была. Ну почему со мной так? Потому что ты мне не нравишься. Я тебя терпеть не могу, ты понимаешь или нет? Что за поведение? Что это за слова? У меня даже папина квартира, я тут живу с детства. Папина квартира. Малышка, ты ничего не знаешь в жизни. Папина квартира. Размечталась. Меня в целом удивляет ее поведение. Ну, это человек, это другой человек, понимаете? Знаешь, сколько у меня таких было, как твоих родственников? Папа. Одной квартиры меньше, одной больше. Мне бы для тебя побыстрее еще. Дела бы пошли получше. Да. О, семейная жизнь. Хватит писать, а? Найди вопрос. Хватит писать, говорю. Посуду. А говорит, ей посуду помыть? А что это такое? Ты что, уборщицу нашла или что? Слышь, потише там, не разбей посуду. Хорошо. А теперь встала и спокойно мой. То пойди то сделай, то пойди помой посуду. Я тут сторис хочу записать. Девчонки, классный лайфхак. Жениться на мужчине, который очень Пацана она аж... мне не признается, она не говорит ничего. Вот она, ну. Давай так, чтобы после тебя не перемывать, хорошо? Да, конечно. Oh.
спокойная, прям спокойствие. Что? Поэтому Вики из себя так и ведет. Спокойная, прям бесит от тебя, спокойствие. Такие моменты я не могу выложить вам на ютубе, я их все загружаю в свой Boosty, это такой сайт, сервис, где при подписке на целый месяц вы сможете смотреть все видосы, которые там есть, все вырезанные моменты я загружаю именно туда, ребята, поэтому ссылочка на Boosty в описании, заходите, поддерживайте меня подпиской и смотрите все самые интересные видосы. Поведение вообще неприемлемо в моей семье. Да где Томми окном тебя убрать? Ничего. Вот ты как свинья ходишь. Грязная вся. Предметы все грязные, пенал грязный, все. Пишешь, как пыльница. Ничего не понять вообще, что это? Просила аккуратно мыть. Что ты делаешь? Ну? Это нормально? Держи и убирай. Ты поняла? Да. Можно я уроки доделаю? Мой быстро. Посуду сказала тебе. Мне твои уроки не нужны. Уроки. То есть с вами вот. Она ведет по-своему. Так это вообще похоже на цирк какой-то, понимаешь? Это. Попадешь в детдом, будешь вечно посудомойкой работать. Ты поняла меня? Ну что со мной так? Что я такого сделала? Достала меня. Просто достала. Я сделаю все, что ты говоришь. Всегда буду делать то, что я тебе говорю. Это будет всегда. Ты вот, ты поняла? Папы. И узнаешь, что ты действительно никто и ничто. Но папа меня любит. Он меня любит. А тебя он не любит. Он тебя задвинул на занятия, чтобы ты ходила, на танцы, все остальные занятия. Он тебя даже не видит. Вечерами? На полчаса? Не смеши меня. Я сижу, клацаю в телефоне, а ты давай Вики пол вытри. Все нужно указывать, показывать, рассказывать. Запоминай и учи, что ты должна делать дома. Потому что я это делать не буду. Мой хорошо и тщательно. Если я увижу хотя бы соринку на полу, и если я замечу, что какой-то будет мусор, ты будешь завтра вместо школы убирать пол зубной щеткой. Ты поняла? Да, поняла. Обязательно нужно, чтобы у нас на съемке были эти слова. Обязательно. За это будет отвечать уже вполне серьезно. Нормально.
разбей мне там. Еще не хватало из-за тебя покупать что-то. Надо записать все, абсолютно все, чтобы она потом у меня не отвертелась. Точно, то есть, можем пойти. Я ее сейчас не просто выкину из дома, она должна за это ответить. Типа доказательства какие-то, да? 100%, она будет за это отвечать, за каждое слово. Вот то, что дождь там. Вот с этой камеры и вот с этой, вот смотрите, короче, оно все записывается, все нормально, запись идет, поэтому предъявить вы сможете. Я вам скину материалы по-любому все. Хорошая, добрая, Вики-Вики, девочка моя. Ты куда это? Я вообще в шоке. Долго там тебе еще делать? Да. Да. Ну, зачем тогда пришла к нам? Мама говорит, что ты добрая, хорошая, играть будешь. Слушай, не задавай лишние вопросы. Для папы я и добрая, и хорошая, и играю. Только не с тобой добрая и хорошая. Ты меня... Не расскажешь. Я тебя в детдом сразу же определю. Только звук скажешь какой-то. Только слово. Ты меня поняла? Да. Посмотри на меня. Если я услышу хотя бы одно слово в свой адрес, говорить отцу что-то плохо, ты в тот же день уедешь в детдом. И он не узнает, куда ты. И точно не будет тебя искать. Ты меня услышала? Нужно завершать этот цирк. Я так с ума сойду. Положила телефон! Кто тебе вечно пишет, слушай? Папа! Чтоб при мне и не видела, что ты ему пишешь. Ты поняла? Я запрещаю тебе брать телефон и писать ему. Она не разрешает вам звонить? Не, она сказала, запрещаю. Общайтесь вечером после работы полчаса перед сном. Вот достаточно все. Слышишь, сделай мне чай. А не могу сделать чай. Ты мне для того, чтобы делать чай и делать еду. Я этого не собираюсь делать. Мне говорить одно, а здесь вот такое творится. Я не понимаю, в чем тут дело. Вот
тебе применение искать? Ну, больше у меня такой домработницей работать. И кухаркой, и посудомойкой. Ты сахаром будешь? Сахаром не буду. Я не люблю чай с сахаром. Уже два раза тебе говорила. Память еще. Вики, ну давай быстрее, ну сколько можно? Дурацкое, блин, имя это Вики. Вики, кто тебя так назвал вообще? Я за папой скучаю. А мне все равно, за кем ты скучаешь. Все равно, что за папой скучаешь, не за папой. Папа мой. Папа мой. И он тебя не любит. Он тебя забудет. Он говорил, что он меня любит. Он тебя забудет. Ты будешь в детдоме жить. И ты не будешь видеть папу. Папа мой. Она же ведет себя просто как фифа какая-то. Что это за чай вообще? Слушай, ты специально, да? Нет. То есть ты меня решила позлить так? Я не... Что? Поэтому Вики себя так и ведет. Пей зеленый чай. Убирай это быстро и готовь мне нормальный. У тебя? Хорошие оценки. Хорошие оценки, говоришь, да? Значит, больше тебя нужно нагружать дома работой, если хорошие оценки. Стараешься, да? Ты же любила этот чай. Делай черный, нормальный чай. Сегодня я такое не люблю. Сегодня у меня другое настроение. Слушай, да это то же самое. Другого нету. Да ты бездарный вообще. Что за поведение? Что это за слова? Ты чай не можешь даже приготовить. Я уже вообще ничего не хочу. Избавиться от тебя хочу. Это мое единственное большое желание. Ну, это поведение вообще неприемлемо в моей семье. Ура, я все доделала. Все доделала, да? О, все доделала. Вот так все доделала, да? Ну, ничего страшного, ты делаешь свои работы, ты достала, не уже. Просто она только что там все написала, она взяла, порвала тетрадку. Блин, еще и испачкалась в этой ручке. Пальцы. Испачкалась тебя. Когда это закончится вообще? Как же ты меня достала? Ты куда пошла? Она просто побежала туда. Ребята, вот этот момент я не могу выложить вам на Ютубе, потому что Ютуб запрещает выкладывать такие моменты. Я их все загружаю в Бусти. Это отдельный сайт, где я выкладываю самые жесткие моменты, которые там можно выкладывать. Ссылка на Бусти будет в описании. Заходите за подписку на целый месяц, вы сможете смотреть все видосы со всех видео абсолютно без рекламы, без вырезов. Они все есть в Бусти. Ссылка в описании. О боже, хоть бы он не узнал. Я не поняла, что ты ревешь? Сколько можно соплей твоих этих слушать? Все тебе не так! Быстро убирать! Ты что творишь вообще, ты? Чашку что? Не хочу этот чай пить больше. Здесь что поубирать? Убрала быстро все. Если ты папе хоть слово скажешь, что было, я загремлю, просто отправлю немедленно в детский дом. Обязательно нужно, чтобы у нас на съемке были эти слова. Обязательно. За это будет отвечать уже вполне серьезно. Хорошая, добрая, Вики.
девочка моя. Ты куда это гони? Я вообще в шоке. Убери до конца. Почему? Может, я слышал просто, что она телефон кинула. Она мне не признается, она не говорит ничего. Вот она, ну... Потому что если ты расскажешь папе хоть немножечко с того, что было сегодня, он тебя сам отправит в детдом, если я расскажу ему, что произошло. Что ты его поцарапала, и ты сделала это специально. Пожалуйста, не говори папе. Пожалуйста. Я тебе объясняю еще раз. Ни звук, ни слова на сегодняшний день. Ваша дочь не может вам рассказать, вот так вот получается, ведет себя, ничего не отвечает. Ты что, уже доделала уроки? Да. Приготовь еду. Да. Хочу Несквик. Что-то приятное за этот день. Побыстрее можешь, я одна. Тебе много? Достаточно. Надо записать всю, абсолютно всю, чтобы она потом у меня не отвертелась. Точно, то есть, можем пойти. Я ее не просто выкину из дома, она должна за это ответить. Типа доказательства какие-то, да? 100%, она будет за это отвечать, за каждое слово. Вот то, что дочь там... Вот с этой камерой и вот с этой, вот смотрите, короче, оно все записывается, все нормально, запись идет. Поэтому предъявить вы сможете, я вам скину материалы по-любому все. И что, должен с водой это переживать? Быстро вынесла это все в унитаз. Ты куда льешь? Ты куда льешь? Быстро в ванную! Ты
фиги, эти хлопья для Вики для завтраков купила. Она в жизни их не ела. Что-то нужно себе заказать с едой. Жалко, я тут просто, я хотя бы поеду. Ты не поешь. Ты не поешь. Ты остаешься сегодня без еды, ты поняла? Поняла. Быстро вылила все. А почему мне нельзя? Потому что ты наказана. Я запрещаю тебе есть. Она не просто вылетит может, из дома. Она должна просто ответить перед законом за эти слова. А вот я с удовольствием поем. Чего-то. А выливать в унитаз? Слушай, я сейчас тебя сама вылью в унитаз. Я тебе уже объясняла, куда выливать. Да, приветик. Да, я сегодня буду, блин, с этой малявкой вожусь. Уже не могу, сил нет. Все планы мои рушат. Уже быстрее буду ее куда-то сплавить. Достало уже, просто невозможно. У меня вся жизнь просто какой-то подпост. За это некровный. Да, буду. Вечером еще немножко. Да. Роль мамы, она такая. Ну, я думаю, что у меня все получится. Во всяком случае, втягивая с этой историей неохота. Что ты так подзасидела. Слушай, а ты помнишь, я фотки сбрасывала в квартиру? Да? Ну, что-то такая нормальная квартира, светленькая. А ты Антону перебросишь фотографии? Подожди, а что она говорит? Что значит, какая квартира? Я не понял. Я не понял. Фотографии, квартира. Квартира светлая, скинь фотки. Может, про вашу. Это, мне кажется, это 100% про вашу. Ну, только мне нужно очень оперативно. А да. Кто это? Не твое дело, кто это? Давай, перезвоним. Да, квартирка у вас хорошая. Быстро зайдет. Вы собираетесь продавать квартиру или что? Да ничего не собираюсь продавать, что, ребята. Я создал семью, с которой хочу сейчас. А вы ее прописывали? Да нет, не прописано она еще. Что ты делаешь-то? Покажи. Папа тебя не любит. Ты его больше не видишь. Во всяком случае, я все для этого сделаю, чтобы ты больше его не видела. Он мой. Я, если честно, вообще не понимаю, что происходит. Ну, тут что-то не то, ребята. Знаешь, мы на днях с папой о тебе говорили. Что? Я хочу тебе сказать так. На самом деле, ты... нелюбима своим отцом. И он мне сказал, что ты самая большая ошибка в его жизни, что он тебя не любит. Папа такого не мог сказать. Он меня не любит. Он тебя не любит. Он меня любит. Его ошибка. Ты его ошибка, ты понимаешь? Он меня любит. Ты никто. Ты никто в его жизни. Никто. Слушай, а что она себе позволяет? Я дочь свою люблю больше же. Ребята, Юра, я больше на это смотреть не могу. Все, давай. Все, поехали. Она врет. Папа не мог мне ничего такого сказать. Он вообще меня больше любит. Что ты слезы свои распустила опять? Я не поняла. Хватит ныть. Хватит ныть. Ты поняла меня или нет? Замолчала. Ты мне вообще никто. И моему маме тоже никто. Ты хочешь от него только деньги и квартиру.
Это ты никто для него, ты поняла? Он тебя не любит. Он тебя отправит в детдом. Он меня любит больше, чем тебя. Замолчи. Я тебя первее из этой квартиры выгоню. Да нет, малышка, это ты полетишь у нас быстренько. Я останусь здесь с твоим папочкой. А может быть и без него, кто знает. Но я тебя точно уберу, потому что ты мне мешаешь. Я папе все расскажу. Ничего ты не расскажешь. Расскажу. Слушай, ты... Осторожно, Да. Тихо. А кто сейчас придет? А что здесь происходит? Ничего не происходит. Мы о школе просто говорили, и там проблемы какие-то возникли. Глаза мне сейчас посмотри и скажи то же самое. Мы все видели, мы камеры поставили, видели, что вы здесь делаете. Смотри сюда, за тобой наблюдали все это время, и на кухне в том числе. У меня масса вопросов к тебе, дорогая. Именно так. Я за тобой наблюдал. И я наблюдал, как ты делала из домработницы. Да как она тебе ты радовалась подружкам об этом. Глаза мне смотри. Что, успокойся? Так, аккуратно, не кричите. Значит успокойся? Как вы вообще могли там, вообще нам, как вы могли? Мы видели все, что вы заставляли, мыть посуду за вас, убирать. Вы должны быть аккуратной в быту. Причем тут, как вы... Серьезно ли вы прикалываете? Слушай меня сейчас внимательно. Тарелки меня меньше всего интересуют. Как ты могла с моей дочерью так обращаться? Ты мне что говорила? Я Вики люблю, это наш ребенок, трали-вали. Не надо слушать меня сейчас, я сказал. Я видел, как ты Вики любишь. Я не говорю сейчас о том... Не, я вот честно, я думал, такого не бывает. То есть, чтобы настолько сильно, что я смотрел и не верил. Как вы... Это... У меня слов просто нету. Почему блин. Так? Вам доверили дочь, почему это же его любимая дочка. А вы новая жена, он хоть специально решил проверить, как вы относитесь к ней. Слушай меня сейчас. В смысле? Да мы... Меня. Я тебе даже не задаю вопросы про квартиру, которую ты собираешься продать. Уже загоняешь потихоньку. Я не задаю. Ты вспоминай о том, что все снимал. Как можно вообще было эту тетрадку порвать? Это меня сейчас мало интересует. Вот меня интересуют слезы дочери. Слезы дочери, ну... Она что? Очень эмоциональная Короче, пишка... Она эмоциональная. Так я тебе сейчас ролик просто вот так вот покажу камеры. И ответишь мне потом. Камеры все сняли, везде было видно абсолютно все. Как вы себя ведете? В смысле не докажете? Камеры вон там стоит и вон там. И на кухне еще. Она меня достала просто. Ах, она тебя достала! Кому же я тебя достал? Слушай. Знаешь, что я тебе скажу? Быстренько собрала вещи и вон отсюда. Чтоб я тебя здесь не видел никогда. Если ты думаешь, что это закончится просто так, ты очень сильно ошибаешься. Ты вылетишь голой босой отсюда. Чтоб я тебя не видел. Да блин, ужас. Фу-ху. Вики, это нормально? Да, хорошо. Все, мы все видели. Не волнуйся. Я думал, все... что такое, все... в чем дело? Все нормально, не волнуйся. Мы поставили здесь камеры, мы наблюдали с папой, как она с тобой вообще обращается. Не волнуйся, все хорошо. В принципе, вообще молодцом держались, то есть вы видно, что очень хотели ее разобрать. У меня трудно было. Это же девушка жалко. Какая бы она ни была, но нельзя себе поднимать и так далее. Как ты у меня сейчас адреналин такой, пацаны. Да, главное, успокойтесь, все нормально. Я понимаю, что вы сдержались, здесь все-таки дочка, как-то надо это вот. И понимаешь, что вы верили ей. Это как бы вот в кому надо верить, а не кому-то человеку. Да, мы сами были в шоке, если честно. Я реально не верю, что такое вообще может происходить, вообще может быть. Да это трудно вообще представить, как до этого мужа. Ну ладно, там какая-то няня, левый человек. Быть, вы деньги ей давали нормально, может быть, она как бы без денег. Да при чем тут деньги? Про отношения. Это вообще, при чем тут деньги? Она же родная. Я имею в виду, почему она так держалась за вас. Ну, то естественно, есть, я свою женщину содержу в достатке, это нормально. То есть, ей вообще было все равно, ваша дочь, она хотела только деньги, по всей видимости. Там деньги, не квартира, просто деньги, тут задача фикс, квартира, деньги, детдом какой-то. Да это вообще... Я знаю, что все хорошо, и как бы твой отец все это увидел. Да, ты не волнуйся, понятно, что ты сейчас на нее обижаешься, но все нормально, папа не злится там за то, что ты там сделала, ничего страшного, по машине там поцарапнула. То есть, это он сейчас такое видел, сейчас самое главное, чтобы ты была в порядке. И чтобы вы ее больше не видели, эту, я не знаю, аферистку, как ее назвать. Это уже чужая тетя. Она то есть папа немножечко ошибся. Он думал, он специально оставил тебя с ней, думал, что она говорила, что она тебя любит. А в итоге ты видишь, вот что произошло. Папа об этом не знал, просто ты не говорила. Ты была молчалива и ты скрывала. Он вот это попросил нас помочь. Самое главное, что нужно тебе сказать.
сказать. Я слышал, что она тебе рассказывала, что папа сказал, это ты и моя большая ошибка. Забудь, этого не было. Это вранье. Ладно? Ты у меня самая большая удача. Так что все будет хорошо. Все будет хорошо. Ребята, мы видим, да? Ну я да. Не зря вот что-то чувствовал. Не понимал, что. Да, это очень хорошо. Благодаря сегодня, если бы она что-то бы сделала. По сути, вы разрулили такое, что, ну, я не представляю, если бы это хотя бы на один день представить трудно, что это хотя бы на один день продолжит. Угу. Ну, это просто. Это ж каждый день это ж было, да? Она ж каждый день тебя доставала, да? Фух, ну, а хорошо. Что ты мне не сказала? Что ты мне не сказала? Папа, меня обижает, травма. В общем, ребята, вы сейчас не видите Юру, но я скажу за Юру, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, как вообще вам эта ситуация, потому что я реально смотрел, первый раз, когда он находился в принципе в этом формате, я не верил, что такое вообще возможно, но это реально жесть. Пишите ваше мнение, и, кстати, на моем канале сейчас совместный ролик с Юрой, так что можете тоже заходить. Ко мне надо на самом деле помочь. Спасибо вам, ребята. А, такое. Чего я могу сказать? Да, то есть мы помогли, как говорится, чем могли. Все, ну, давай пять. Главное. Молодец, держалась, молодцом. Не волнуйся, все будет хорошо. Самое главное, папа с тобой, ты ее больше не увидишь. И главное, учись и слушайся папы. И говори ему обязательно, когда что-то происходит такое. Куда ты идешь, что-то, если тебе что-то говорит. То есть папа, это же самый близкий человек, который у тебя есть. И не можешь верить, когда тебе говорят, что я не... Он тебя очень сильно любит. Он из-за этого и обратился, он хотел понять, потому что ты молчал. Все, мы пошли тогда. Да. Ребят, закрывайте спасибо. Дверь на всякий случай, мало ли, чтобы она не пришла. Хорошо, спасибо, ребятки. Да, идем, идем. Камеру ты уже забрал? А? Камеру уже забрал? Сейчас соберу, подожди. Что туда, на улицу? Давай, давай. Ребят, в общем, мы просто в шоке с Максом от того, что произошло. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Ну, смотри, я вообще смотрел, и я не верил, что вот эта вот женщина, она может так себя вести в реальности. И мне было очень интересно наблюдать за мужчиной, когда он видит, что вот его любимая, да, и обращается настолько с его дочерью, и факт того, что он даже этого не мог понять, то есть до этого, ну, да, он же, нет, он она даже же не понимал этого. А, она же сказала, что она любит дочь, и поэтому он и оставлял их вместе, он доверял ей. Но на то, самом что... деле, вот если подумать, вот представь себя вот на его месте, я бы не смог так долго сидеть в машине, реально, чтобы смотреть на все это. Ну, типа, я бы выбежал намного раньше, потому что, ну, все, что там происходило, это... Он сам говорит, давайте материал, давайте записывайте, ребята, да, говорил нам, чтобы мы материал этот весь записали, ему надо вроде как для суда, для чего, не знаю. Я бы не смог выдержать, не знаю, напишите вы в комментариях, как бы вы поступили на месте этого мужчины, смотрели бы вы в телефон, либо же вы сразу же выбежали и побежали разбираться. И вообще, расскажите ситуацию, что вы думаете по этому поводу, про эту девочку. А, кстати, если хотите, чтобы я навестил их еще как-то, узнал, как у них дела, то тоже пишите это в комментариях, ребята, и давайте сделаем 50 тысяч лайков, чтобы я с ними снял продолжение, с этим папой, с этой девочкой узнал. Мне интересно, что будет с этой женой, потому что они расписаны, и будет ли она квартиру как-то забирать. Может быть, она хотела реально изначально квартиру отжать, но из-за того, да, что у него есть вот эти вот доказательства, возможно... Она аферистка, она так относилась к его дочке, невероятно. Я сам сидел, у меня просто вот тут вот все разрывалось, ребят. В общем, ребята, всех обнял. С вами был Юрий Благополучный. Увидимся в новых роликах. Давайте, дерзайте. Запомните, вы у меня самые крутые. Все, пока.